Пожар в музее Радищева тушили 12 спецмашин. На базе учреждения культуры прошли учения региональных спасателей. Отрабатывали навыки тушения огня в специализированном здании. По легенде, в цокольном этаже музея произошло короткое замыкание. Пламя вызвало угрозу возгорания на первом и втором этажах. Условный пожар удалось ликвидировать практически за полчаса. Основная трудность при работе в подобных зданиях заключается в том, что нужно потушить огонь, но при этом сделать это максимально осторожно, чтобы не пострадали раритетные картины. Будем отрабатывать, имитировать отработкой системы натиск, которая подает компрессионную пену, которая не приводит к материальным, к повторному материальному ущербу, как после пролития водой, и тонко распыленной водой, где расход воды минимален.